следовал в город Макеевка к своему двоюродному брату, который проходит воинскую службу в одном из подразделений ДНР. Он предложил мне вступить в ряды ДНР, чтобы заработать немного денег. И я согласился в связи с трудным материальным положением. Следуя из Одессы в Макеевку на одном из украинских блокпостов, нас задержали в связи с отсутствием документов. Мы сменили свои убеждения и поняли, что зарабатывать деньги, убивая брат брата, нельзя ни в коем случае. Я хочу жить в Украине и работать в своей стране, в Украине. Слава Украине!